Уважаемый господин Рамафоза, уважаемые коллеги, дорогие друзья, считаем весьма своевременной инициативу президента ЮАР как действующего председателя БРИКС созвать внеочередной саммит нашего объединения для обсуждения острой ситуации в секторе Газа. Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Только что коллега говорил о гибели большого количества детей. Это ужасно, но когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, это вызывает, конечно, особые чувства. Все эти события, по сути, являются прямым следствием стремления Соединенных Штатов монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокирование ими деятельности Ближневосточного квартета международных посредников. Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток разрубить палестинский узел. Из-за саботажа решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств Израиля и Палестины, уже не одно поколение палестинцев воспитывается в атмосфере, проявляемой к их народу несправедливости. А израильтяне не могут в полной мере гарантировать безопасность своего государства. Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государство БРИКС и страны региона. Поэтому особо значимо участие в нашем сегодняшнем заседании коллег из государств Ближнего Востока, получивших в этом году приглашение стать полноформатными членами БРИКС. Пользуясь случаем, хотел бы с уважением отметить их усилия по нормализации ситуации. И в частности, имею в виду проведение саммита мира в Египте и чрезвычайного арабо-исламского саммита в Саудовской Аравии. Показательно, что все страны БРИКС выступают со схожих позиций в том, что касается необходимости коллективного достижения долгосрочного и устойчивого урегулирования застарелой палестино-израильской проблемы. Это проявилось в ходе голосования в Генеральной Ассамблее ООН по проекту резолюции в пользу гуманитарного перемирия, а также при обсуждении принятой впервые за 7 лет резолюции Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию. И хотя эта резолюция содержит лишь призыв к установлению гуманитарных пауз, а не полноценного прекращения огня, сам факт ее утверждения считаем шагом в правильном направлении. Подчеркну, такие гуманитарные паузы, а лучше, конечно, полноценное прекращение огня, необходимы для продолжения усилий по освобождению заложников и эвакуации мирного населения и иностранных граждан из сектора Газа. Не могу не выразить еще раз большую признательность президенту Сиси, всем египетским коллегам за помощь в решении многих непростых вопросов, связанных с обеспечением приема и отправки на родину россиян, выбравшихся из зоны конфликта. И, конечно, по большому счету, самой актуальной задачей видится достижение по-настоящему долгосрочного и устойчивого перемирия. Важно, я согласен с этим, со своим бразильским коллегой, важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир. В этой связи считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике. А вообще новый формат экстренных онлайн-заседаний лидеров, предложенный президентом Рамафозой, представляется весьма перспективным. Причем это касается не только ближневосточного урегулирования, но и других злободневных вопросов,
глобальной и региональной повестки дня. Благодарю вас за внимание.